Леван Дедиане. Кто есть Иванишвили для Кремля? Резидент или полезный идиот? Леван, ну, эта проблема уже понятна давно. Он не полезный идиот. Операция по отстранению Михаила Саакашвили, его команды, реформаторов, тех, кто фактически спас Грузию, повернул ее с пути там, колониального развития, с пути страны, в которой доминируют кланы и доминирует такое феодальное устройство. Значит, это был проект Кремля, проект России. И я думаю, со временем это расследование будет проведено, как это технически было сделано. Заранее спланированная операция с этими тюремными пытками, с этими метелками, хорошо разработанная пиар-специалистами российскими. Вот инвестиции, огромные средства в оппозиционную деятельность, в провокации против власти в Грузии, привели к власти вот эту команду, которая не могла свернуть реформы радикально. Просто это не позволили бы граждане Грузии. Она в соответствии с своей осторожной политикой начала медленное, постепенное сворачивание реформ. И мы сегодня видим это отступление от результатов, которые были достигнуты при Михаиле Саакашвили, возвращении многих негативных явлений в Грузию. Ну, во всяком случае, фальсификации на выборах, это очевидно уже на президентских выборах, массовые серьезные фальсификации были, подкуп избирателей. Вот, но я верю в Грузию, я верю в то, что никакие провокации кремлевские, долгосрочные, не заставят Грузию повернуть, что грузины со временем свергнут эту, отстранят от власти этого Иванишвили, всех его марионеток, ставленников, и Грузия возвратится на путь демократического развития, антиолигархического. А у Грузии огромный потенциал, будем надеяться. Но надо еще очень много делать для того, чтобы это были не просто надежды, а действия. Но это уже зависит от самих грузин, от граждан Грузии. Я, во всяком случае, их призываю к этому постоянно.